две недели томил тебя, и ты написала, что недовольна мной. Но пойми, меня также мучили другие бесконечными рассказами о себе. Тебе не вырваться из семейного круга – это наше общее несчастье. Сквозь небо неотвратимо и правдиво проглядывает наше будущее. Голова гудит, как улей, обессилели сердце и руки. Приезжай ко мне в Принстон, тебя ожидает покой и отдых. Мы будем читать Толстого, а когда тебе надоест, ты поднимешь на меня глаза, полные нежности, и я увижу в них отблеск Бога. Ты говоришь, что любишь меня, но это не так. Я зову на помощь Амура, чтобы уговорил тебя быть ко мне милосердней. Твой А.Э. Приезжай ко мне в Принстон. Ты думаешь, милый Альберт, это так легко. Особенно сейчас, накануне Рождества. Или ты забыл, что я не беззаботно порхающая бабочка, а замужняя женщина. И мой муж Сергей Тимофеевич Каненков, хоть и великий скульптор, но в принципе большое дитя. Ему нужна нянька. А еще я по совместительству его личный агент и переводчик, который организовывает его бесконечные выставки и ведет переговоры. Кроме того, если ты не забыл, я все так же бессменный секретарь Общества помощи России. И всю прошлую неделю мы готовились к приезду первой леди, миссис Элеонор Рузвельт. И сейчас по расписанию в Нью-Йорке у меня куча деловых визитов, благотворительных обедов и концертов в помощь моей воюющей родине. Но я каждый день думаю о тебе. И меня тянет в Принстон так же, как в первый раз, в 35-м. Боже мой! Кажется, все это было в далекой другой жизни. А у меня ощущение, что это было только вчера. Все-таки быть знаменитым иногда чертовски удобно. Ты же знаешь, как я ненавижу все эти пышные приемы, чествования, банкеты, но иногда на них можно вытянуть счастливый билет. Ведь признайся, дорогая моя, если бы я не был мировым светилой и нобелевским лауреатом, то, возможно, ты бы и не захотела приехать из Нью-Йорка в нашу лесную глушь, чтобы, как в зоопарке, поглядеть на эдакое экзотическое лохматое чудовище, которое почему-то все называют гением и автором какой-то мудреной теории относительности. Помню, как ты в первый раз, оценивающий, посмотрев на мою взлохмаченную шевелюру, спросила: «Мистер Эйнштейн, откройте секрет вашей удивительной завивки волос. Вам могла бы позавидовать любая женщина». Выходит, именно мою взлохмаченную шевелюру мы должны благодарить за наше знакомство. Скорее, мы должны благодарить моего мужа. Ведь это именно ему Принстонский университет решил заказать твой бюст. Кстати, бюст получился великолепный. Особенно твои роскошные вихры. Что ни говори, но Каненков – великий скульптор. Наш русский Роден. Хотя порой бывает по-бужицки груб и резок. Груб и резок. Помню, когда он первый раз делал карандашные наброски моего бюста, он вдруг неожиданно спросил: «Вы верите в Бога?» Я ответил откровенно: «Нет», и он тогда сердито пробурчал: «Ну и дурак!» Ты смутилась и не стала мне переводить его ответ. Но я же и сам догадался, что значит по-русски «дурак». Его шокирующая бесцеремонность меня до сих пор ставит в тупик. Особенно на дипломатических приемах. Он любит рубануть с плеча. И всегда, заметь, всегда говорит то, что думает. В наше время это такая редкость, Альберт. Не обижайся на него.
Да я и не обижаюсь, тем более, что он прав. Но разве я не дурак, если тогда, в свои 56 лет, вдруг смог влюбиться в тебя, как мальчишка, по уши? Ну-ну-ну-ну-ну. Не преувеличивай, дорогой. Даже я наслышана о твоих любовных похождениях еще по Европе. Ты, наверное, не только самый титулованный, но и самый любвеобильный физик в мире. И не зря твоя покойная жена Эльза мне говорила по секрету. Держитесь от Альберта подальше. Он страшный сердцеед. Она понимала меня, как никакая другая женщина. Мне кажется, что Эльза чувствовала, когда она уйдет, ты будешь рядом со мной. А мне кажется, что ни одна женщина в мире не сможет занять место рядом с тобой. Это как если бы Луна вдруг сошла со своей орбиты и встала рядом с Солнцем. Что бы я ни делала, я никогда не смогу понять тебя. В искусстве проще. Там можно принимать и понимать сердцем, а не разумом. А я никогда не смогу понять, что творится в твоей голове. Формулы, формулы, формулы. Признаться, в компании твоих друзей-физиков мне быстро становится скучно. Я чувствую себя, как будто бы я на университетской лекции. Странно. Странно тогда, почему в прошлый раз, когда у нас гостила семья Оппенгеймеров, ты, флиртуя с Робертом, внимала каждому его слову, а потом вы удалились в сад, да так, что его жена Кити посмотрела на меня, словно я должен был устроить семейный скандал. Ах, ты ревнивец! Это было всего лишь женское любопытство. Ведь сейчас даже в артистических салонах Нью-Йорка все говорят об атомной бомбе, как о каком-то чудо-оружии, которое у нас должно появиться раньше, чем у Гитлера. И все-таки, признаться, даже я из соображений профессиональной этики не позволяю себе задавать Роберту вопросов, касающихся его теперешней практической работы. А с тобой, о чем бы ты ни спросил, он так любезен и словоохотлив. Впрочем, какая мне разница? Может быть, это даже потешило бы меня, если бы я вдруг выяснил, что ты и за мной шпионишь. И что я, кабинетный теоретик, вдруг причастен к мировым шпионским интригам. Шутка! Даже если это и шутка, то очень неуместная. Сейчас, скорее, все шпионят за мной, и особенности мой муж. С некоторых пор он стал просто невыносим. И он уже не верит, что мои частые поездки в Принстон объясняются только деятельностью нашего общества помощи России, к которому, кстати, ты тоже имеешь некоторые отношения. Извини. Я чувствую себя как в стеклянной клетке. Мне хочется приехать и обнять тебя. Но я не знаю, как вырваться из всех этих пут. Теперь, когда конец войны близок, мне кажется, что дальше будет только хуже. Мне страшно. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. Thank you.
От твоего мужа я узнал, что ты арестована, какая-то нелепость. И я действительно поехал на прием к всесильному Джону Гуверу, директору ФБР. О, это была встреча, достойная пиромастера. Физик и сыщик. В России у вас сказали бы поэт и царь. Кстати, мистер Гувер оказался не таким страшным, как его рисуют в либеральных газетах. Правда, он не преминул язвительно спросить меня. Надеюсь, вы не забудете, мистер Эйнштейн, сколько наша страна сделала для вас. Это выглядело как упрек, но я съел эту пилюлю. Во-первых, я не хотел повредить тебе, а во-вторых, это была правда. Америка стала для меня страной обетованной, откуда я никуда и никогда не уеду. В общем, они согласились освободить тебя под мою ответственность. Спасибо, мой ангел-хранитель. Если бы не ты, я не знаю, что случилось бы со мной дальше. Все это так отвратительно. В нашем обществе помощи России прошли обыски. Ничего не нашли, но все запуганы или, по крайней мере, растеряны. А я в отчаянии. Что делать дальше? Приезжай ко мне на Саранах Лейк. Будем кататься на яхте. Ты же любишь прогулки под парусом. Тебе надо отдохнуть. Приеду. Если ты обещаешь, что не утопишь свою русалку и отпустишь обратно домой. Хотя после того, что я собираюсь рассказать тебе о моей бурной жизни. О-хо-хо-хо! Да я давно все знаю, все секреты твоей бурной жизни. И с математической точностью могу рассчитать все твои признания. Я даже знаю, что когда-то Рахманинов был к тебе, мягко говоря, неравнодушен, а еще Шаляпин и Врубель, а Михаил Чехов так просто был влюблен по уши. Но не могу же я ревновать тебя ко всей русской богеме. А я о другом. Не обольщайся, дорогая. Участь Маты Хари тебе не грозит. Даже я знаю из газет о всех подробностях твоей светской жизни. А уж ФБР-то и подавно. Просто они перестраховываются, особенно сейчас. Но как бы там ни было, Америка все-таки не сталинский СССР, куда ты, надеюсь, уже никогда не вернешься. Мужу пообещали собственную мастерскую в центре Москвы. Они готовы взять на себя все расходы по переезду, включая перевоз всей его огромной коллекции скульптур и картин. Он хочет вернуться. А ты? Что будешь делать там ты? Я скучаю по Москве, по нашему старому дому на Пресне, по московским театрам. А еще мне часто снится наш родной Сарапул. Отцовский дом 3 этажа, набережная Камы, ледоход по весне и колокольный перезвон на Пасху. Это иллюзия, родная моя. Той старой страны давно уже нет. Ты попадешь в мышеловку, даже хоть и в золотую, но разве ты не понимаешь, что произошло там за последние 20 лет после вашего отъезда? Понимаю. Но я не могу отпустить его одного. Он без меня пропадет. Ты совсем другой. Ты сильный. Ты окружен вниманием падчерицы, сестры, племянника. И в конце концов у тебя есть сыновья. А он в сущности одинокий 70-летний старик. Что я могу сделать для тебя? Отпустить. И только? Разве этого мало? Ты же понимаешь, я о другом. Я боюсь.
Я боюсь, что следующими после Хиросимы и Нагасаки будут Москва или Ленинград. Я боюсь, что это повторится. Этого никогда не должно повториться, никогда и нигде. И это мучит меня больше всего на свете. В 1939 году я написал Рузвельту. Я написал, что нацисты уже работают над созданием атомной бомбы и что мы должны опередить их. Понимаешь? Тогда у меня просто не было другого выхода. А я помню, как в августе 1945 года на Саранаклейке, когда мы причалили к берегу, к тебе подошел знакомый радиорепортер и с гордостью показал тебе свежую нью-йоркскую газету. «Профессор Эйнштейн, вчера мы сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Фантастический успех, не правда ли?» Да, я ему тогда ответил в микрофон. Если бы я знал, что дойдет до этого, я бы стал сапожником. Я готов повторить эти слова сегодня. На днях у меня был профессор Кэмерон, который недавно в третий раз побывал в России. Он рассказал много интересного, в том числе новости из Центральной и Западной Европы. Люди живут вновь так же, как и раньше, как будто бы не возникло новое, превосходящее все имеющиеся ранее опасность. Люди не извлекли уроков из того ужаса, который они пережили. Ну, таков уж род человеческий. И ты готов помочь нам? Выполняя твою просьбу, Маргарита, я нанес визит советскому консулу в Нью-Йорке господину Михайлову. И это доставило мне радость. Он дал мне советы по поводу обмена письмами с Русской академией и был любезен как мог. Я познакомился с его женой и сыном. Кажется, симпатии взаимные. Я получаю много писем, касающихся проблем мировой политики. Кажется, все выглядит не так плохо по сравнению с недавним временем, но все же достаточно опасно. О господине Михайлове больше ничего не слышал, но думаю, что ему, наконец, передали телеграмму в Русскую академию, и мне очень любопытно, как пойдет дело дальше. Это на память. Эти золотые часы мне подарили после вручения Нобелевской премии. Я носил их много лет. Теперь у нас даже на разных континентах будет с тобой общее время. Наш отъезд из Нью-Йорка в Сиэтл больше напоминал бегство. Сбор и упаковка скульптур в мастерской прошли в авральном режиме. Мы даже не успели попрощаться со многими друзьями.
специально для работ мужа был зафрахтован пароход «Смольный», как дипломатическое судно связи советского МИДа. На борту уже посреди океана я успела послать Альберту телеграмму и обещала, что буду писать. Хотя предчувствовала, что это будет очень трудно. Да и что это будут за письма? Твое письмо, отправленное с парохода, я также получил. Было очень приятно, что в последний момент перед отъездом ты вспомнила обо мне. Любимейшая Маргарита, так тяжело задание, которое несет с собой большие перемены для тебя, но я верю, что все закончится благополучно. Хотя по прошествии времени ты, возможно, будешь с горечью вспоминать свою прочную связь со страной, где родилась, оглядываясь на пройденное перед следующим важным шагом. Но, в отличие от меня, у тебя еще есть, возможно, несколько десятилетий для активной жизни в творчестве. Представляю, сколько пройдет времени, пока ты получишь это мое письмо. Я сижу на моем полукруглом диване, укрытый пледом, с подаренной тобой трубкой во рту, а по ночам пишу в постели твоим прекрасным карандашом. Устройство для чистки трубок я использую экономно, так что его должно хватить до моей смерти. Сердечные пожелания и привет от твоего А.Э. Сегодня у тебя, кажется, должен быть Новый год. Счастье! В 1946 году. Жизнь протекает спокойно. Сад стоит во всем своем весеннем наряде и говорит о твоем отсутствии. Я самостоятельно помыл голову. Ну, не так хорошо, как это получалось у тебя. Я не так прилежен, как ты. Но помимо этого, все мне напоминает о тебе. Шерстяной плед, словари, прекрасная трубка, которую мы считали погибшей, а также много других вещей в моей келье, ставшей одиноким гнездом. Ты мне так и не написала, нашла ли ты там что-нибудь подходящее в смысле работы. Мне это было бы очень интересно. Я считаю, что ты не можешь быть долго бесполезной. Это письмо я пишу в своей хижине в воскресенье после обеда, поглядывая на сад, где на березе появились первые листочки, а на других деревьях почки только набухают. Сердечными пожеланиями целую. Твой А.Э. Писем все нет. А мне жутко хочется узнать, как тебе понравилось в привычном старом окружении, каковы твои впечатления и чем ты там занимаешься. Я даже представить себе не могу, что ты проводишь там дни в качестве простой домохозяйки. Надеюсь, что ты нашла другую область для приложения своих сил. Это еще одно мое письмо, а от тебя ни одного. Я уверен, что ты получаешь мои, а твои исчезают в какой-то неведомой дыре. Несмотря на то, что люди говорят о моем остром научном уме, я совершенно не в состоянии решить эту задачу. В настоящее время я читаю научный труд о магии и предрассудках всех народов во все времена. Эта книга меня убедила в том, что на месте черта
сидит кто-то, кто позволяет исчезать твоим и моим письмам. Но это, возможно, дойдет, если получишь это письмо. Пошли к черту тех, кто пытался его скрыть. Целую. Твой А.Э. Вот они, все мои письма, все за 10 лет, как раз до твоей смерти в 55-м. Ты удивляешься, откуда они у меня? А я их никогда и не отправлял. В отличие от тех коротких телеграмм и длинных восторженных писем, написанных в духе соцреализма, с описанием наших парадов, побед, успехов. Ты понимаешь, что эти письма были написаны, если не под диктовку, то с оглядкой. Те письма долго шли, терялись и не приходили вовсе. А эти? Эти были всегда под рукой. Видишь, они тоже в конвертах, но без марок и даже без адреса. Я мечтала, что я передам их тебе, когда ты приедешь в Москву, или отдам через надежного человека в Америку. Но ты так и не приехал, а надежного человека я так и не нашла. Зачем я хранила их? Но я их хранила и после смерти мужа, когда осталась совсем одна. Ты будешь смеяться, но я иногда их перечитывала вместе с твоими реальными письмами. Я умерла от голода в благополучной Москве в 1980-м. Просто заброшенная и забытая всеми. Даже собственной сиделкой. Но я ни о чем не жалею, мой милый. Ни о своем возвращении в Россию, ни о нашей разлуке, которая была неизбежна. Жаль только, что эти письма ты уже никогда не прочтешь. А еще жаль, что ты так и не поверил в Бога. Но я верю за нас обоих. И я очень надеюсь, что Бог позволит нам встретиться там, в одном из открытых тобой миров. Я надеюсь, что твоя теория относительности не будет против этого. А письма? Письма пусть горят. Хотя я тебе признаюсь, что у меня не хватило решительности сжечь и твои письма, и твои стихи.